На ринге Асад Ходжа и Абдуллаев Рустам. Насколько известно, андижанский боксер. Очень такая динамичная весовая категория. Асад Ходжа очень стабильный боксер. Очень большой опыт соревновательный. Много боев. К сожалению, был травмирован на одном из турниров, но вроде восстановился. Пропускать нельзя, пропускать вот так вот нельзя. Первый раунд, весь бой еще впереди. Надо вот так вот аккуратно, очень аккуратно двигаясь. Держать на дистанции. Указание работать с первым номером. Ну да, здесь рефери, конечно, немножко поторопился. Вот. Давай, давай. Давай.
что, Алеш? Брей! Ты так сидишь? Асад Ходжа на классе, конечно, обыгрывает. Сейчас к нам присоединился олимпийский чемпион Фазлидин Гарипназаров. Постпобедительнейший. Наша легенда Рио-де-Жанейро, олимпийский чемпион. Здесь настоящий бомон собрался узбекистанского бокса. Лучшие боксеры, руководители. Такой жесткий, бескомпромиссный бой. Вот здесь мы видим, Бахадыра Галалова, Сахен Бекбаевич здесь, Клычев, Абдулов, Щекутев Кирилл, все здесь. Так что...